сдерживала, представляет распаковку двух посылок. Вот. Сейчас будем распаковывать посылочки. Итак, начнем. Начнем с первой посылочки от... Серж 313 на Фростере есть такой чувак. Сейчас будем распаковывать. Цены очень высокие, конечно. Но мне нужен был. Смотрите, все аккуратно. Подписано. Подписано кому. Подписано кому, аккуратненько, чтобы не перепутать. Я говорю, это мой проектор на парт состава 2014-2015 года. Альбом Run. Вот. И переводи B. Скажите, я покажу, как говорится. Сейчас мы распакуем, посмотрим. Цены там очень высокие на, так сказать, московские диски. И то я смог поторговаться и выторговал по 100 гривен. Вот. Это для себя. Не на заказ, а для себя. Так, ну... Запаковано отлично, в принципе. Заявлено было, что коробки, ну, типа коробки, понятно, это же расходный материал. Ну, конечно, если такая цена, блядь, нихуя себе. Коробки должны быть в идеальном состоянии. У нас, блин, есть магазин Арка музыкальный, там диски по 90 гривен продают. Вот, и эти диски в идеальных коробочках. Если там что-то... лопнувшие, треснувшие там или царапины на диске, то эти диски можно купить по 50 гривен, по 55, но не за 90. Ну, запаковано, скажем, скажу, запаковано хорошо. Вот. Коробки вроде сырые. Запаковано хорошо, скажу. Вот. Вот как раз то, что и то, что я хотел. Вот Wagon Range я купил. Ну да, волнистый задник я выторговал. Диск. Что у нас тут с буклетом? Буклет тоже немножко потрепанный. Ну, конечно, я покупал тут у Лютера по 50 гривен Wagon Range для себя. А тут 80 гривен, блядь, за так, в таком состоянии еще и за миньон. Ну, у Лютера не было, поэтому я купил. Что делать? Ну да, волнистый такой какой-то. Ну, ничего страшного. В принципе, сносно. Сносно, сносно, сносно. Вот так. Коробочка хорошая. Состояние. Сейчас лупу принесу. Как говорится, все под лупу. Кому-то под залупу, кому-то под лупу. Ну, все нормально. Диск не царапанный. Охуенно все вроде. Пыльный, да. Сейчас, что, тряпочку. Вот. Есть компакт Max Digital. Имеет в коллекции теперь еще и такие диски. То есть диск вроде не царапанный. Вот я его аккуратненько прочистил. Проверил так.
оформление, конечно, альбома, бля. Конечно, дороговато для московской лицензии, бля. 110 гривен за диск. Это, конечно, да хренище. Ну, состояние вроде нормальное, все проверяю, чтобы не было подвоха никакого, все цельное, полиграфия в норме, блин. Восьмистраничный буклет было заявлено, так оно и есть, все целенькое, все нормально, это вообще редкий диск. Жалко, что он не в этом, не в кулечках еще нет. Кулечков жалко было, чувак. А такая цена, еще и доставка, бля. Не в день, от получения денег. Вот. И этот бы мне обошелся бы гривен 180. А так у меня обошелся в 130, ну, 100, скажем так. Вот. Двойной. Полиграфия тут, конечно, упрощенная. Это студийный альбом. Диск нормальный. Диск один. Коробочку свою ставить не надо. Задник вот тоже нормалек. Так, вот три диска. От Сергея 312. Хорошо, рекомендую у него покупать. Рекомендую, скажем так. Рекомендую покупать. Чисто компакт с Макс Диджитал покупать тоже рекомендую у меня, то есть. Сейчас будем распаковывать следующий. Вот мы добрались до следующей посылочки. От Генауэр. Это с Одессы, ник у него. Гена Ордынский. Вот, тоже есть на Фростере. Сейчас мы будем. Тут должно быть. Тут должна быть до хрена должно быть дисков. 5 штук должно быть. 3 Агата Кристи и 2 Арии. Вот. Так, запаковано. Супер. Отлично запаковано. Претензий никаких нет. Вот. Запаковано хорошо. Вскрывать быстро посылки — это, конечно, интересно. Вскрытие покажет, как я раньше снимал. Маски, вот. Маски этой самой. Скальпеля у меня нету, вот жалко. Ну, это, конечно, запаковано не очень, скажем так. Что они? Трухопыло трутся. Вот видите, нету между ними ничего. Так. Нету между ними прокладок, скажем так. Эти диски у меня были, может, это мои даже. Сейчас мы их достанем.
коробку уберем нахрен, она только мешает. Вот. Так что мы имеем Агата Кристи. Так вот, Агата Кристи. Еще одна Агата Кристи. Еще одна Агата Кристи. Вот. Лицензионный. Ария лицензионная. Вот еще. И вот еще лицензионная. Все лицензионное. Вот так. Там будем Арию смотреть. Ну туда. Тут, по-моему, простенькое все. Да, точно. Сделано. Ну, я взял себе для коллекции. Мне этот альбом очень прет. Был на виниле. Правда, мелодия. Мелодиевская. Ну, винил. По-моему, да. А вот «Игра с огнем», по-моему, был не мелодия. Или мелодия, не помню. Ну, главное, что это диск. Качество, конечно, там не очень, по-моему. Ну, коробки, как и написано. Расходный материал, да. Так. Вот вторая у нас ария. Это играет Single Art, называется. Без барабанов, правда. Записывали здесь, вот в этой комнате. Две гитары, ибанес, и бас, ибанес, пятиструнные, записывали в линию. Так, ну что, нормально. Игра с огнем, герой с фальта, все. Так, триллер, часть первая, вот. Дальше, так сказать. Вот так. Ну что, диск. Вот полиграфию сначала. Полиграфия как полиграфия, норм, сойдет за такую цену, в принципе, сойдет. Не знаю, это был на заказ человеку. Посмотрим. Если не купит, выставлю на продажу. Так что смотрите, блин. Вот. Выглядит отлично. Это ж играет Torn Apart. В этом году отмечали 20 лет моему проекту Torn Apart. Вот, вот второй диск. Это у нас что? Майнкайф. Ну, вроде диск нормальный. Это ж тоже на заказ. Ты не себе брал. У чувака нет интернета, поэтому я взял через себя. Агата Кристи, не фанат Агата Кристи, конечно. Арию то себе взял, да, а это уже не себе. Вот, и второй фронт. Тут заявлено было, да, хренища этого самого. Ох, нифига себе тут. Вот, блин. Такой, блин, нифига себе. Слушай, классно сделан. Нифига себе, ох. Сделано прикольно. Это слишком очень просто. Зачем было делать такую бумажку, блин?
Это у меня задумка была такая, сделать свои диски в таком виде, только там картинки какие-нибудь, тексты там туда вставить, какие-нибудь там сюжеты, вот. Ну что, диск нормально, все тут. Сейчас мы вот это вот только берем, а вот тут просто красный свет, да? Ну, я сюда вставлю прозрачную коробочку, эту уберем. Я возьмем, уберем. Есть. Коробочка сразу и поставлю, блин. Что терять время, правильно? Вот. Это сюда. Если она сюда подойдет, конечно. Что-то она сюда не подходит, блядь. Эти коробки меня заебали уже, блядь. Сука, камбо ебаная. О, держится, держится сейчас. Это подходит. Все, заебись. Вот. Так, и что мы маем? Значит, мы маем вот такие диски. То есть мы маем 4 диска с буклетами и 4 диска разворот. Вот. Вот. Disto Compax Max Digital продолжает свою деятельность. И у Disto Compax Max Digital сейчас 1, 2, 3 альбома, так точно. 1, 2, 3 альбома на Disto. И эти, возможно, я не знаю, еще и послушаю. Вот. 2, 3, 4, 5. И эти, возможно, 5 штук продам. Выставлю на продажу. Эти я себе взял. Все, пока-пока. Ну, эти я не знаю. Эти, может быть, если... Пока тито себе оставляет. Это 1, 2, 3, так если человек не купит, то их выставлю на продажу. Все. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. С тобой был Войку. Пока-пока.